пришел в магазин, пощупал там, что было. На этом, на Жарокова, вот ДП или как он там, не помню. Просто понравился его. Объектив у них был какой-то, 18-200 под него хороший, я его взял. Ну, который у тебя? Ну, да. Новая модель как раз была. В 99-м году. Показываю, блядь, борода ржет, говорит. Вот, говорит, а ты говоришь, тебя Димон не слушает. Вот, видишь, Никон купил. А у Кэнон тогда был штук 3, уже 4 мыльницы, вот эти SX3, SX5, SX7 покупал. Он был штук 3, уже 4 мыльницы, вот эти SX3, SX5, SX7 покупал. Они, зум классные у них, но тут раз, одна, вторая, третья, со временем все разболтались туда. Вот. Я говорю, блядь, заебал меня, да. Вот этот взял. Уже разболтался. Ага. Ну вот, да, то есть как бы Никон, Никон, ну, Кэнон себе. Ну ладно. Значит, мы все ездили, блядь, на прадиках, он, блядь, выебывался, ездил на поджерике. Поджерик лучший, блядь. Блядь, лучше есть, я ради бога. Ну, потом так получилось, я свой прадик продаю, ну, мне на правом руле неудобно стало ездить. Борода, естественно, там тоже свой на пятый раз уже там у него машины меняются. Остается с прадиком Светка, ну, у него гоночный и неугомонный. Ну и у него еще там два поджерика. Он перестает ездить на поджериках, начинает ездить на прадиках. Чтоб не как все, блядь. Лучше не кучка. Кучка. Разряженная. Разряженная. Я посмотрел, да, действительно, блядь, разряженная. Прикольно, она получается тебя сильно не лимитирует, потому что обычная резина зимняя, она как фикс в леди или в песке, она же такая. А это именно разряженная. Ней реально по песку можно ездить там. Такая внедорожная зимняя резина получается. Да, кстати, классно. Ты покупаешь шпованную. Начинает всем доказывать, что шпованная лучше. Ну вот, его как бы уже. Просто с ним когда идешь, такое радио работает. Спорить о чем-то бесполезно. Там такая позиция. Есть моя точка зрения одна. Вторая точка зрения, она неправильная. Как-то бесполезно. Ну и идешь там, так, подзюкиваешь его, чтобы он только не останавливался. Скажешь? А чё подзюкиваешь его, чтобы он только не останавливался? Скажешь? А чё, в гору идешь, тяжело разговаривать, а он разговаривает. Ну, а я иду и слушаю. А, так вот. Бородой тоже прикольно. Ну, главное, блядь, правильный вопрос задать, и тоже включается. Начинается, блядь, то про ралли, то про джиперов. А им обоим похуй, блядь. Как бы вот. Борода еще как-то прислушивается, кстати, да, к советам. Вот он, я ему кое-что советовал, он это сделал, блядь, у него пошло. А не думал, он его храм. Кэнон, Никон, блядь, шипованные, не шипованные, джипы, не джипы. Принципиально это сделать именно по-своему. Ему же как бы не со зла что-то желаешь, ему как бы.